И пока они отправились учить все свои 6 химий на Некрасова, мы беспрепятственно идем в главный корпус. Поднимаемся на 4-й этаж во владение. Лекция по биологии. Студентка Настя одной рукой усердно строчит лекцию, а другой делает студенту поцелуеву приятно. Николай с детства был большим фантазером и, став студентом, от данной привычки не избавился. И вновь он мечтает. Главный врач Неворовайкин вызывает самую светлую голову нашей с вами современности, ведущего специалиста очень ближнего и не очень дальнего зарубежья в области санэпидемнадзора, господина Поцелуева. И вновь страна зовет его на защиту нас от болезнетворных микробов и на чрезвычайно бескорыстную, подчеркиваю, бескорыстную проверку сетей общепита. Господину Поцелуеву сегодня предстоит провести плановое мероприятие по контролю предприятия общественного питания «Чисто русская столовая» с конкретно итальянским названием «Абсарелла». Господин Поцелуев никогда не работает в одиночку. У него есть свой личный состав опытных и эрудированных во всех областях помощников. Улучшение санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации.